Всем привет, дорогие друзья, вы на канале RusFPS, и если по какой-то причине вы еще не подписаны на данный канал, то подписывайтесь, потому что у нас обзоры актуальных матчей, прогнозы актуальных матчей и вообще контент по FIFA, и в скором времени даже PESCO будет возможно, не знаю, и даже футбольные челленджи. В общем, ребят, сегодня у нас обзор матча Португалия против Нидерландов. Ставьте лайк, еще раз подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, и мы приступаем к просмотру данного видеоролика. Я играю 6 минут на звезде футбола самой сложной сложности. Го! Ну что, ребят, первая атака Варела. Я играл за Португалию, потому что я очень хотел поиграть за Криштиану Роналду. Ну, меня простите, конечно же, понимаю, что Португалия сильнее, но на самом деле, по факту, нападение, и если все сосчитать, да, нам тут забивают гол, я немножко отвлекся от данной темы, нам забивает Де Йонг, но это, по-моему, Люк Де Йонг, старший брат Де Йонга-младшего, Фрэнки, вот. Очень хотел поиграть за Криштиану Роналду, поэтому выбрал Португалию. Вот здесь удар, и штанга спасает нашего соперника. К сожалению, мы не забиваем. Так, тут смещение в центр от нашего полузащитника. Удар, и нужно было немножко сильнее бить. Так, Криштиану Роналду, пасик на Мерелиса, Варела. Варела, что будет делать? Передачка на Нани. Нани, Нани, давай крути в дальний, и прямо на девятку прилетел. Еще один удар блокируют. Просто Португалия в огне, Португалия в огне. Я немножко не успел с этим видеороликом ко вчерашнему дню, но вы меня, конечно, простите. Передача на Роналду, надо было сразу касание бить. И Варела добивает, да! Да, мы сравниваем 1-1, Варела блестяще там. Роналду замешкался, почему-то не знаю, странно. Очень странно. Но мы сравниваем, и это хорошечно. Нет, все-таки нападение у Нидерландов там 86, а нападение у Португалии среднее 76. То есть 86-76, ну вы понимаете, кто тут как бы сильнее. Роналдо! Гол, я хотел сказать, но кипер тащит. И здесь можно добивать, и гол нет. К сожалению, там блокирует защитник. Так, ну тут атака Нани, по-моему, это Нани, да? Если не ошибаюсь, это вроде бы Нани, но все. Все. Первый тайм окончен. Голландия и Португалия. Вот можете статистику перемотать, посмотрите, если вам это интересно. Кстати, вот сейчас тыщу микрофон свой. Напишите, как по звуку, если не сложно. И нам забивают второй гол. Голландия забивает. Счет 2-1. Я вообще не понимаю, как они смогли пройти мою оборону. Просто прошли сквозь защитника, вот, и все. Так, Криштиану Роналду пас на Варелу, и сразу же смещается в центр, туда забегай, Криштиану. Ну давай забегай туда, ё-моё, пас в никуда, но Криштиану поборется, отобрал мяч и забивает, надо такое! Счет 2-2. У меня сейчас горло сломается, просто я не знаю. Видеоролики каждый день делаем, RD Challenge, у нас четвертое видео. Из 71 немножко я запаздываю на полдня целых, надо нагонять, видеоролики делать, поэтому вот так вот, оп, баг FIFA опять, если кто заметил. И сразу же мои хейтеры, еще раз, Роналду гол, 3-2. Мои хейтеры, если вы опять пришли сюда, просто поставить дизлайк и закрыть мое видео, но, конечно же, это ваше право, но зачем топить меня дизлайками из-за того, что я в каком-то видео сказал, что FIFA 19 был говно, хотя это так.
Зачем меня топить видеороликами, и чтобы мои видеоролики не набирали должных просмотров и не пробивались в топы? Ну, это как-то по-свински. Вот согласитесь, вот люди, которые лайкают и смотрят меня, они согласятся. Вот как раз-таки Ариан Робен пробивал в девятку просто шикарно, и как бы нам повезло. Вот здесь еще в стиле Эдена Азара прошел игрок голландской сборной, но не получилось у него затащить. Так, здесь прострельчик, Маутиньо, тут Вандер какой-то там. И все, все, Португалия выигрывает со счетом 3-2. Я знаю, что в реальной жизни Португалия выиграла 1-0. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, хейтеры, до свидания идут, ставьте лайк обязательно. И всем пока! We'll be right back.